Вітання, шановні. Мене звати Василь Пихньо. Я закликаю вас долучатися до нашого ефіру у середу. Якщо середа, то це гарантовано, що у нас стрім із Романом Світаном, тому долучайтеся на нашій YouTube-платформі, пишучи свої запитання до Романа Григоровича. Я буду їх переадресовувати далі. Та спершу хочу розпочати з тієї інформації, яка відносно нещодавно, десь перед нашим ефіром, скажімо так, за годину-півтори до цього, з'явилася, стосується вона падіння авіатрощі російського військового літака Іл-76 у Білгородській області. За різними даними, там загинуло близько 7 десятків людей. І от для старту кілька слів хочу від себе сказати. 700-й день війни сьогодні маємо. І в мене таке враження складається, що за 700 днів війни ми тільки погіршили своє сприйняття у контексті, скажімо так, реакції на ворожу пропаганду, на так звану російську війну нового покоління. Адже щойно впав цей літак. Одразу і наші українські ЗМІ почали летіти поперед батька в пекло щодо того, що це ми збили, що збили, як летіло, куди як впало і тому подібне. Хоча десятки разів казали, що варто чекати офіційну інформацію і, власне, на неї звертати увагу. Друге питання. Це російські пабліки і російські Міноборони навіть. А що там пабліки? Російські Міноборони повідомило, буцімто у цьому літаку перевозилися наші військовополонені, яких везли на обмін, який планувався раптом сьогодні. Про нього ніхто нічого не знав, про цей обмін. Ну, звісно, що широкому загалу про обміни невідомо, але наразі інформації щодо подібних обмінів не підтверджує ні Міністерство оборони України, ні Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими. Власне, але російське Міноборони про це заявило. Мені здається, що за 700 днів війни по замовчуванню не можна вірити жодному слову Міноборони Російської Федерації. І це би мало бути зрозуміло. Так виглядає російська війна нового покоління, в тому числі інформаційна. Вони дуже і дуже швидко плодять різноманітні версії, які просто засовують в нас у таку собі інформаційну пастку, коли всі починають сумніватися, а не все так однозначно, знаєте. Так от це саме, мені здається, що саме та ситуація, з якою ми зіткнулися зараз з літаком Іл-76, коли всі поспішають, всі намагаються бігти поперед батька в пекло, і, зокрема, російська пропаганда, якій жодним чином не можна вірити, вона формує ось ці інформаційні повідомлення, які є не інакше, ніж інформаційними спецопераціями. Це моє переконання. Далі про це будемо говорити з Романом Світаном. Пане Романе, мої вітання вам. Вітаю, желаю здоров'я. Отже, знаєте, я навіть не хочу вас просити прокоментувати цю інформацію про військовополонених, тому що трішечки зайнявся цим питанням, розуміти, що таке російські спецоперації інформаційні. Навіть коментування цього фактору – це фактично, що певна легітимізація йому. Це такого додання туману до цієї інформації, і тоді вона начебто стає якоюсь обговорюваною і такою, що піддається сумнівів щодо перевезення військовополонених у Іл-76. Я вас запитаю інакше. Іл-76 – це справді літак, який що може перевозити? Адже є різні інформації. Це ракети до С-300 і тому подібне. Ну, мені здається, аж ніяк не військовополонених. Ну, воєнноплінних самолітом перевозити росіянам опасно. Діло в тому, що борт, на якому знаходяться десятки воєнослужащих, навіть в плененому стані, він опасен, так як захват борта, ну, 90%. Тобто заставити льотчиків уйти в Украину, там несколько десятков километров до украинской границы, возможно. Мы видели, как вертолет даже перевозили. Потому вопрос по военнопленным именно для перевозки, ну, однозначно не так решается, не с самолетами. Перевозят в основном в теплушках. В теплушку загоняют несколько десятков человек, закрывают. Что это теплушка, пане Романе? Ну, это вагон. Вагон для перевозки скота. Если так можно сказать, в свое время перевозили определенных, допустим, грузов. Теплушка почему? Потому что в нем можно было поставить там печку, буржуйку. Так вот, пленных вот так перевозят, дырку в полу делают, это туалет называется, загоняют как скот в теплушку. Ну, это вагон, ну, вагон такой. И он закрывается со всех сторон, ну, вот так вот перевозят. Вот так относятся к нашим военнопленным эти российские нелюди. Потому точно они уж в комфортных условиях там Ил-76 не везли бы специально наших военнопленных, не перевозили бы военнопленных. И бы просто этапом бы загнали в теплушку, перевезли в железной дороге под конвоем и выгрузили бы в том месте, где
надо разгрузиться. Примерно так. Потому или автобусами, бывает автобусами перевозят. То есть все зависит от дальности переброски. Потому Ил-76 специально для этого бы точно никто... Это очень опасно, еще раз повторюсь, захват борта в воздухе десяткам военнослужащих, десятками военнослужащих очень опасен, если не стоит задача специально, допустим, загрузить борт военнопленными, его сбить ракетой С-300, а потом повесить это все на украинские вооруженные силы. Если такая задача не стоит, у россиян такие задачи стояли. Мы же помним, что такое тот же Рязанский Сахар, когда они десятки, сотни россиян угробили, подорвав дома, повесив все на чеченцев. Что такое Белгородский Сахар, когда забросали Белгород авиабомбами, хотели повесить на украинцев. Видим, что такое Донецкий Сахар, обстреливают дончан, вешают на украинцев. То есть, если такая задача не стояла, мы видели даже, как Пригожина уничтожали. Та же самая картина. Загрузили борт, рассказали, что там был Пригожин, и сшибли его С-300. То есть, а дальше уже разбирайтесь. Ну, вот примерно та же картина. То есть, если не стояла такая задача специально, то есть загрузить борт нашими пленными, либо телами пленных, растерзанных в застенках, а как россияне растерзывают, то есть как россияне пытают, сам знаю, что это такое, потому прекрасно понимаю, чтобы спрятать следы пыток, могли этот вопрос решить. А дальше в таком в режиме Белгородского Сахара уже решить этот вопрос. С-300 примерно, вот исходя из тех видео, по крайней мере, те, которые сейчас просочились, можно говорить, что и этот борт сбило С-300. Примерно, а чему С-300? Зачем вы робите такий висновок? След і взрыв перед... Маєте на увазі ось той такий слід, який ми побачили на відео, єдиному відео, яке показує падіння цього літака. Ліворуч від нього є такий, як чорна хмара, чи то як сказати. Ну, от примерно так работает С-300. Примерно так работает С-300, потому есть такая возможность, тем более в этот момент шел обстрел, как раз выводились на позиции, выводились С-300 российские, по Харькову работали. Потому вероятность это есть, ну, в таком режиме. Если это так, то есть, ну, вы правильно говорите, дело в том, что как только россияне запускают какой-то вброс или специально, то есть уже сделан под фактаж вброс или просто вброс как таковой для того, чтобы перекрыть какую-то минусовую информацию для них, естественно, мультипликация идет. Идет мультипликация бесплатная практически, и именно эта задача и стоит у россиян. В режиме ИПСО забросить либо реальные события, либо подтасованные события для того, чтобы они начали обговариваться в информационном потоке. Потому пока не будет подтверждения от нашего генштаба по действиям как таковым, по выполнению боевой задачи, а я не думаю, что можно как-то что-то подтверждать. Некоторые версии, да, можно проговорить. Вот С-300 российские могли сбить этот самолет. С-300 наши не достали бы по дальности. Там все-таки... Бачите, россияне пишут про наш Патріот. Там тем более, что они взагалі говорят Айріс-Т. Мне кажется, что Айріс-Т это треба выкинуть из этого списка, это нереально. Айріс-Т это вообще нереально, это 40 километров, это нереальная вообще дальность. Да, там, то есть Айріс-Т точно нет. Патріот, опять же, чтобы мы Патріот подтянули, это сложная, слишком сложная операция, тем более где-то в район боевых действий, это же Харьковская область, рядом достаточное количество авиации и очень много спецуры, потому с Патриотом вопрос. Возможность есть однозначно, ну то есть техническая, теоретическая возможность спрятать, как-то подтянуть, возможность такая есть, но целесообразности как таковой нет, потому что одно дело А-50, то есть рисковать Патриотом под А-50 возможно. А рисковать Патріотом под Іл-76 – это так себе вопрос. Но опять же, а якщо він перевозив і справді ракети до С-300, то це, як там кажуть, гра варта того, аби ризикнути? Ну, тоже вопрос. Дело в том, что много ракет Ил-76 не перетянет. Он транспортник, понятно, он возьмет там несколько ракет, но это не такая серьезная проблема для выполнения боевой задачи именно Патріотом. Если бы, допустим, там было несколько Ил-76, да, как-то шли, или с прикрытием, то есть вот
не видно было прикрытие, самое интересное. То есть по нему тоже Ил-76 просто так сам не летает. Его обязательно будут прикрывать истребители. Прикрытия не было, не видно, не слышно. Ну, посмотрим. Дело в том, что в ближайшее время, это сейчас только новость, вернее, второй час этой новости, то есть в течение нескольких часов, во-первых, Ассинт-аналитики расследуют это все. Уже есть информация о том, что ну, не видно там на после разрушения самолетов элементов тел. Дело в том, что если там было бы несколько десятков тел, то они точно были видны на фотографиях уже после взрыва. Поверьте, знаю, сам военный дознаватель в свое время катастрофы расследовал в том числе, потому знаю, что это такое. А тем более, если это полный десант на таком самолете или, допустим, несколько десятков человек. Там только экипаж 7 человек. То есть сейчас, в ближайшее время, эти вся информация она дойдет, и мы тогда уже примем решение, как правильно ее подавать, ну, в эфире, по крайней мере, в информационном, как правильно ее проговаривать. Но еще раз повторюсь, надо дождаться все-таки подтверждения нашим генштабом. То есть и разбор полетов, скорее всего, Главное управление разведки. ГУР первым узнает все детали этой операции, потому что там есть свои люди везде практически. Они этот поток сейчас информации проработают, проанализируют и выдадут реальные вещи. Еще раз повторюсь, технически возможно было сбить Патриотом. Очень сложная операция была бы и очень опасная операция для Патриота. А С-300 мы бы не достали, за Аэристы вообще ни на сам Аэристы туда не достанут, даже С-300 не достанет. До нашей С-300, с нашей территории, до этой точки. А реальное это то, что отработала С-300 именно российская. Может быть, либо специально, либо дружественный огонь. Это тоже бывает, и бывает особенно в таком боевом режиме, в котором находятся сейчас там все С-300 под нашими ударами. Мы что же их ищем? То есть мы ищем, где стоят С-300, и как только обозначаются они спусковыми установками, выходят на позиции, мы тут же начинаем их обстреливать разными средствами поражения. То есть это надо тоже понимать, там реальная боевая обстановка. Пане Романе, от є цікаві уточнення від нашої аудиторії. Зрозуміло, що це питання саме з російським літаком і його авіатрощою в Білгородській області, яка сталася незадовго до нашого ефіру. Воно буде важливою темою нашого обговорення зараз тут в ефірі. Отже, пише Михаил Андріяненко російською. Наші СМІ пишуть, що русські якби перевозили там ракети для С-300, ну, тими, щоб якраз обстрілювати Харківську область. Майже щодня це відбувається. А не проще ли їх перевозити русським по железнодорожним станціям? Самоліт їх много поміщається? Ось це таке перше питання. Ви сказали, що це не зовсім, там кілька штук може залізти цих ракет, але це не найбільш зручний спосіб перевезення ракет до С-300 саме літаками. І у мене, насправді, виникла одразу така ще й думка, ну, і наскільки мені відомо, за всіма правилами, так, якщо там перевозиться озброєння, то люди в кількості там 6 десятків, 7 десятків, десант чи ще хтось, їх стільки не може просто бути на борту, тому що це є великий ризик і велика загроза. Ну, если перевозят какое-то оборудование, то туда вообще людей в отсек не загружают людей, ну, то есть не дают. Или оборудование, или люди. Никогда не смешивают. Там есть кабина, где, ну, там поместится, может быть, там до десятка человек, не более того. Еще одна кабина у летчиков. А именно сам отсек, он используется либо в качестве десантного, то есть там откидываются сиденья сбоку и можно вдоль расположиться, либо это уже транспортный самолет, в режиме транспортного сиденья поднимаются и загружаются, допустим, те же ракеты. Несколько ракет, может быть, полтора-два десятка, но это слишком опасно такое количество ракет перевозить. Там где-то до десятка ракет могут перевозить. Почему перевозят Ил-76? Дело в том, что ракеты С-300 в основном располагаются на аэродромах. И потому удобнее перевозить Ил-76, то есть с транспортником, с одного аэродрома, там, где расположены ракеты, на другой аэродром, там, где расположены пусковые установки. То есть железная дорога – это намного сложнее. Эту ракету надо
поместить в железнодорожный вагон или на платформу ракеты и провести по гражданским, по большому счету, по гражданским объектам. Железная дорога проходит и по городам, ну и так далее, и тому подобное. Естественно, опять ее где-то разгрузить, и со станции еще ж надо рампы специальные под разгрузку, там целый процесс с ракетами связанный, и потом их перегрузить и отправить обратно на аэродром, там, где расположено, допустим, там, где расположены пусковые установки. Намного проще это сделать Ил-76, допустим. Сел он в том месте, где есть производство ракет С-300, либо где они есть на данный момент расположены. Они в основном С-300 располагаются как раз там, где есть аэродромы. И производство рядом с производством, с производственными цехами аэродром есть. И с, практически со всеми складами, которые где лежат С-300, там рядом есть аэродромы, потому удобнее перевозить именно Ил-76. Они, в принципе, транспортники, они иногда для этого и предназначены. Потому ответил на этот вопрос, мог быть Ил-76 с С-300? Конечно, мог. Дело в том, что именно С-300, вернее, именно Ил-76-ми С-300 перевозятся на Белгородский аэродром. И не только на Белгородский, там, где стоят эти комплексы, эти ракеты перевозятся именно Ил-76-ми. Мы однократно говорили о том, что в Белгороде на этот аэродром садятся как раз эти борта, с этими ракетами разгружаются, ну и дальше выполняются задачи уже по обстрелу, с одной стороны по обстрелу Харькова, с другой стороны по ПВОшным задачам по уничтожению наших уже беспилотников, которые идут на эти же самые С-300. До речі, таке питання ще, пане Романе. От знаєте, якось дуже швидко росіяни відреагували на це падіння літака. Зрозуміло, що його об'єктивно заперечувати не можна було, тому що є відео, ось це, от у нас з'явилося в інформпросторі. Що, до речі, теж викликає питання, що так воно швидко з'явилося, буквально ледь не в режимі реального часу, і гарнесенько собі почало гуляти соцмережами щодо падіння літака російського. Це перше питання, що воно насторожує. А друге питання, що, ну от згадайте, А-50-й. Так досі ж немає, наскільки не помиляюсь, офіційного визнання. Іл-22, вже там відомо, що командир екіпажу загинув, а вони нічого офіційно не говорять. Міноборони ніколи російське не коментувало збиття їхніх Су в небі над Херсонською областю. Та сама історія. Ніколи, ну ми максимум, що дізнавалися якусь інформацію, це від їхніх там профільних спільнот, типу ті, хто стежать, ті знають, телеграм-канал Fighter Bomber, не більше. А тут одразу просто така миттєва, можна так сказати, реакція по тому, що от збили літак, от українська ППО, от перевозили полонених, от зараз ми будемо ще Україну в чомусь звинувачувати. Ось це насторожує, правда? Ну, понятно, що неадекватна реакція російського Міністерства оборони, вона так якраз сразу і насторожила. Вона могла бути якраз як вброс по поводу пленних, тому що третій борт такого уровня в течение там нескольких дней или там недель для россиян это очень большой... Третий, это вы имеете на увазе А-50 и Ил-22, и вот зараз Ил-76, да? Да, это ж подряд практически. Для них это довольно-таки серьезный удар, потому они могли в режиме ИПСО это использовать для того, чтобы сбить этот негатив по падению борта. И могли в качестве такого белгородского сахара действительно выполнить такую спецоперацию. Это возможно, от россиян можно ждать чего угодно, потому как минимум сейчас мы имеем положительный момент, связанный с уничтожением Ил-76. Таких бортов у россиян мало. Это, то есть это такие летающие сараи, очень хорошие цели. Мы по ним работали неоднократно уже по этим бортам, правда, на земле. Ил-76 были только уже как А-50 с летающим радаром повреждены в Белоруссии. Один вот был сбит над Азовским морем. То есть это хорошие цели, и как минимум по потере этого борта для россиян уж точно негатив страшнейший. Восстановить они его практически не смогут. А вот дальше уже будем смотреть, что и как россияне в качестве ИПСО нам в данный момент подсунули. Либо перекрыли уничтожение Ил-76, либо реально это спецоперация, как раз такая провокационная провокация под использование наших пленных в том числе. Ну, посмотрим. Но еще раз повторюсь, на тех кадрах, которые есть сейчас в информационном потоке, не видно тел. А если там были бы десятки тел, поверьте,
я специалист в этом вопросе, там бы на фотографиях было все это видно. Ну, отже, фіналізуючи цю тему із падінням авіатрощою російського літака Іл-76, російського військового транспортника в небі над Білгородщиною, підсумовуємо, підбиваємо підсумки. Як на моє особисте переконання, там чітко простежується ось цей слід російської війни нового покоління, їхніх інформаційних кидів, тому що надто швидко і дуже багато версій почало плодитися. Коли їх так плодиться багато, це одразу перетворює це от весь такий інформаційний шум спотворює реальність і починаєш ти задумуватися, а може це і справді має сенс, а може це і справді треба поговорити, а може і справді треба якось підняти це питання. Пан Роман, з яким ми спілкуємося, це Роман Світан, якраз він виголосив думку того, що найближчим часом ми дізнаємося офіційну інформацію і цілком слушно робить Міністерство оборони, Координаційний центр з питань поводжень із військовополоненими, що вони не біжать вперед з інформацією, нам потрібно її дочекатися, почути. Знову ж таки, велике прохання до кожного, хто прочитав цю інформацію, буцімто наш Генштаб щось підтвердив збиття. Ні, це було лише посилання на джерела від журналістів у Генштабі. Тобто це аж ніяк не можна вважати офіційною інформацією. От я це теж дуже-дуже в такому контексті медіаграмотності закликаю до цього дослухатися. Це не може бути офіційним визнанням. Це є лише посиланням на джерела. Джерела теж можуть помилятися. Ну і, в принципі, навіть те, що Міноборони не коментує факту такого збиття. Тут нічого дивного теж немає. Якби, уявимо, проводились якісь військові операції, то Міноборони не причетна до військових операцій. Цим займаються Збройні Сили України. Ну, або ГУР, наприклад, як розвідка наша. Тому я закликаю не вестися на вкиди ворожої псо, чекати офіційної інформації. Ну, і крім цього, пам'ятати, що росіяни ось таким задурюванням мізків і просто розмиванням відповідальності, розмиванням інформаційного фону, вони неодноразово, десятки, сотні разів вчиняли. Чого лише варто історія, пам'ятаєте, з отруєнням Скрипалів у Британії, про двох туристів, які на Салзбюрійській шпілі їздили дивитися, насправді, а не отруювати новічком. Чого варті інші вкиди, в тому числі, наприклад, збиття борта MH17 в небі над Україною, коли Путіна на прес-конференції після цього збиття запитали про літак, а він впав на дурачка і сказав, а якому самоліті ви говорите? Це все лягає в цю загальну канву. Дочекаємося, дізнаємося, рухаємося далі. Отже, нагадую нашій аудиторії, що ви можете писати свої запитання. Да, офіційно краще дождатися заявлення Головного управління розвідки Юсова або Буданова. А чому саме цих людей? Головне управління розвідки має інформацію ізнутрі і знаружи, так сказати. І далі там аналітики її складають і видають в ефір, коли не видають в ефір, це реальні речі. Тим більше ГУР. Именно ГУР занимается обменом военнопленными и уж точно не знают передвижения военнопленных в этом смысле. Потому вот самая такая реальная это будет от ГУР, потому вот в ближайшее время Юсов или Буданов, вот они этот вопрос решат. Отже, рухаємося далі. Друзі, не забувайте, що ви маєте нагоду поставити запитання у чаті до трансляції. Для того, щоб це зробити, вам потрібно підписатися на радіо НВ у Ютубі, і тоді ваша можливість ставити запитання відкриється перед вами. Не цурайтеся, як модератор цієї бесіди, я буду перенаправляти ці запитання до Романа Світана. Ми ж будемо далі говорити про те, що ми маємо на нашому українському фронті. Пане Романе, Авдіївка. Місто тривожне, хоча зараз от я чую запевнення від наших бійців на цьому напрямку, наприклад, офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький, він заявляє, що росіян в Авдіївці немає, хоча об'єктивно ми спостерігаємо і бачимо осінтерські кадри, розвідувальну таку інформацію на підставі відео, фототверджень того, що росіяни прориваються в Авдіївку з південного сходу і об'єктивно вони там заходять до міста, намагаючись закріпитися. Навіть у підвали, де інде залізли. Це все, м'яко кажучи, погіршує становище наших військ там. Поговоримо про це. Наскільки реальна загроза зараз для Авдіївки, якщо вона вами вбачається як реальна? Вони вже кілька місяців намагаються доволі таки серйозно Авдіївку окружити, видавити наш гарнізон. Ми це знаємо. З октября місяця, ви ж пам'ятаєте, як всі пропальщики з 10 октября рассказывали, что все, Авдіївка пропала, все, всех там убили, все поразбегались и ловят их там уже возле Дніпра.
Ну, примерно так. И сами убежали аж из территории Украины, то есть из-за такого давления. Понятно, что будет давление, понятно, что россияне пытаются выдавить наши гарнизоны от Донецка километров на 30. Это работают они и по Маринке, и по Авдеевке. Ну, это понятно, 10 лет. 10-й год они это пытаются сделать, но авось и ныне там. То есть удерживаем позиции в режиме активной обороны. Причем, когда есть некоторые кадры захода россиян там на царскую охоту, допустим, на пару дней. Так это только на пару дней. Они зашли там, пытались... Я треба сказати, що таке царська охота. Царська охота – це якраз оце північний схід. Такий був відпочинковий комплекс, який полюбляли донечани. Туди їздили. Ну, а від 2014 року це наша така оборонна важлива позиція на тому рубежі була. Ну, наверное, південний схід. Це юго-восток. Південний схід, так, я сказав не так. Да. Ну, окей. Юго-восток. А Авдіївки – це між Ясіноватською розвілкою і Спартаком. Це якраз така... Один из комплексов, который за Авдеевкой находится, метров 800 километров, где-то так вот навскидку, я помню, там часто бывал. То есть этот, мы его сначала использовали как хороший опорник, как пока еще удерживали промзону. А после того, как россияне промзонку, промку так называемую, чуть северо-восточнее это царской охоты уничтожили, мы чуть отошли в сторону Авдеевки, укрепились на Авдеевке, то царская охота использовалась нами как один из рубежей обороны, но в основном находящийся в серой зоне. Туда россияне заскочили на пару дней, пофоткались, пофотографировались, пока не подошла наша арта, отработала по российским войскам, которые туда заскочили. Зашли наши спецуры, вычистили там все и вся, и сейчас... мы контролируем обратно царскую охоту. То есть такие на пару дней заскоки россиян бывают. Это дело в том, что так называемое тактическое просачивание. Мы этим делом занимаемся, то есть мы также работаем в режиме активной обороны, а россияне пытаются где-то наступать. Как только они куда-то появляются, а еще хорошо, если они сами себя обозначают. Вот они обозначили себя на царской охоте, нам даже перепроверять надо, обстреливать ее или нет. Тут же накрыли артиллерийским огнем и отминусовали ту группу россиян, которая там находилась. То есть они сами себя обозначили, я бы так сказал, под удар. Та же картина, связанная там, допустим, заскочили они на несколько, на одну, на две, на пару улиц, одна, две улицы, это в частном секторе Авдеевки, обозначились, что они там находятся, а туда опять прилетело. После того, как туда прилетело, туда пошли наша спецтура, дочистили все, что там осталось от россиян, потому что они же наступают малыми тактическими группами, так называемыми. То есть это как раз под тактическое просачивание. 10-30 человек, то есть либо отделение, либо взвод пытаются наступать. Если техники нет, то есть это как раз вот такие ДРГшки пытаются куда-то заходить, а у них задача заходить километров на 30, потому там заскочить на царскую охоту или в какой-то подвал какого-нибудь дома частного под Авдеевкой. Ну, это не составит труда. Единственное, что для нас хорошо, что они сами себя засвечивают. Ну, тиктокеры же великие тут, что сказать. Хотят нарисоваться. Пусть рисуются, наоборот, это хорошо. Это хорошо, когда нам... Ну, та не тільки, слухайте, вони себе засвідчують. Дрони наші, наприклад, 110-ї бригади, показують удари по них якраз на межі входу з південного сходу в Авдіївку. Ось, ну, на дронах наших ударах, наших безпілотників. Це вже наші дрони потім, да. Наші дрони потім працюють і контролюють цю ситуацію. А реально вони самі викладають всі ці своє місцезнаходження, пытаясь похвастаться, что они уже в Авдеевке. Откуда же берется информация, допустим, где они точно находятся. Они еще и выкладывают ее с геолокацией. Для того, чтобы подтвердить своим там возлюбленным таким же россиянцам, через россиянкам свое участие. Ну а потом подтвердить, где потом их откапывать, или части этих россиян откапывать, в каком месте где-то уже после войны. То есть примерно в таком режиме. И это по всей линии фронта происходит. То есть практически по всей линии Восточного фронта вот такие в таком режиме активной обороны россияне пытаются наступать. Причем по последнее время им поставлена задача максимально переводить в информационный поток свои наступательные действия. Сейчас в ближайшие пару недель, вот обратите внимание на это, в ближайшие пару недель россияне начнут такую серьезную информационно-психологическую спецоперацию,
причем направленную и на россиян. Это с одной стороны показать какие-то великие победы, а с другой стороны будут давить на украинское общество вот в режиме все пропальщиков. Не получилось у них запуститься в октябре, стояла такая задача. Сейчас стоит задача на конец января, начало февраля, вот в режиме таком ИПСО, таком жестком ИПСО, давить на психологическое состояние украинцев. Вот именно в таком режиме. Все пропало, всех поубивали, ничего не дают и так далее и тому подобное. Надо четко, грамотно к этому относиться. У нас достаточное количество сил, средств удержать Восточный фронт. Сейчас решается вопрос, опять же, в ближайшие пару недель решится вопрос о выделении нам 60 миллиардов американцами. Это уже информация в инсайдере. Вы думаете, або щось тут якось цього руху не фіксується? Я в этом уверен, что в ближайшие две недели, а то, может быть, и до конца месяца, ну, на переходе январь-февраль, решится вопрос по выделению. Во-первых, решится вопрос по общему бюджету на этот год и по выделению нам больше 60 миллиардов. Причем решается еще вопрос, уже тоже есть положительные моменты, связанные с решением, ну, по крайней мере, техническим решением о передаче нам 300 миллиардов российских денег. И вот эта пара положительных для нас моментов, россияне они тоже знают. Они тоже об этом знают, и им надо перебить этот положительный момент, который мы сейчас будем слышать со стороны американцев, им надо перебить каким-то сильнейшим негативом. Потому поставлена задача вот этим всем группам, я почему хочу связать это все, этим всем группам тактическим, которые пробираются на какие-то наши в участки или в тыл заходят, именно создавать информационный контент. То есть показывать, что они там уже где-то на царской охоте охотят царя какого-то пристрелили, или там зашли уже в Авдеевку, или там чуть ли не прошли всю Авдеевку, уже где-то в районе Карловки находятся, ну и так далее и тому подобное. Сейчас это ИПСО будут разгоняться по всей информационной плоскости, как раз для того, чтобы перебить положительные моменты, связанные именно с решением американских властей и финансированием нашего противостояния в этом году. Пане Романе, однак об'єктивно, от допоки США гальмують зрештою європейці, хоча вчора там Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс НАТО буде виробляти більшу кількість снарядів, 1,2 мільйона снарядів, він сказав, що вони зараз, точніше, 1,2 мільярда євро виділять на виробництво снарядів, частина з яких піде до України. Ну от поки все ж таки наші партнери прогальмовують, будьмо відверті, у нас на фронті складається ситуація такого жорсткого дефіциту саме снарядів. Нарядів дронів не вистачає FPV, те на що покладалися, що мовляв, от вони якось тимчасово замінять артилерійські снаряди. Артилерійських снарядів не вистачає. Я не знаю, чи це з цим чи ні. Пов'язані, наприклад, от вчора я бачив відео від наших бійців на Лиманському напрямку, що росіяни йдуть в штурм, просто знаєте, так собі випроставшись в повен зріст, ідуть навіть не на бронетехніці, просто йдуть собі в штурм. Так, їх там покосили, все ж таки, але ось ця якась пихатість, вона з'явилася. Ну таке враження, наче відзнання того, що десь на якихось напрямках в нас може не бути снарядів, і їхня розвідка принаймні таку інформацію подає. Так і є, підтверджую. Навіть більше скажу. Російські льотчики зараз почали залітати на наші позиції, як у себе вдома, розумієш, що у нас не вистачає навіть стінгерів. Тобто армійських ЗРК, ПЗРК в тому числі. И они довольно-таки вольготно себя начали чувствовать, даже летчики. А если это так, это действительно показатель того, что у нас недостаток и снарядов, и систем поражения. Так никто об этом же и, так сказать, не замалчивает. Так оно и есть. Из-за того, вы правильно сказали, пока решают вопрос американцы, а так как на американцев посматривает и Европа в том числе, мы же видим эту связку. Но этот вопрос вот в ближайшие пару недель он решится, и опять ларчик будет открыт, мы это все получим. Нам надо выстоять эти пару недель, почему же россияне на эту пару недель будут стараться нас выдавить, в том числе информационно, то есть создавая определенные панические настроения. У нас сейчас минимальные нормы, так называемые, есть нормирование по снарядам, нормирование по
системам поражения, как раз из-за того, что тоже нет реального 100% подтверждения принятия решений, потому наше командование вышло на минимальные позиции для того, чтобы подольше растянуть определенные моменты, связанные с нашими складами, теми армейскими складами, которые сейчас у нас есть. Как только вопрос решится по передаче нам и будет видение процессов поставки нам дальнейших партий оружия, тут же эти склады, естественно, будут опорожняться в сторону линии фронта. То есть мы тут же увидим увеличение поступления снарядов и средств поражения на линию фронта. То есть это вот такие взаимосвязанные вещи, и ну, надо понимать и отдавать в этом смысле должное. Но вот такая завязка есть, и на этом минимуме мы сейчас удерживаемся. Мы удерживаемся. Дело в том, что минимум тоже рассчитывается, исходя из определенных задач. У нас нет наступательных задач сейчас. То есть мы как раз из-за этого минимума ушли в активную оборону, кое-где в глухую оборону, как раз для того, чтобы выдержать российские это, наступательные действия. Там, где они прорываются, туда отправляется командованием дополнительные средства, чтобы их выбить с тех участков, где они прорвались. То есть это и есть режим глухой обороны или активной обороны по некоторым участкам. Осталось вот, ну, пару недель подождать. Я думаю, уже на февраль месяц у нас вопрос этот будет решен, и мы забудем за эту проблему. Но периоды есть такие в армии, особенно при ведении боевых действий, и когда противник имеет определенный наступательный потенциал, он их еще остался с лета неиспользованный. Вот они сейчас будут пытаться его использовать, ждут морозов, но с морозами не сложилось. Товариство, я нагадую, щоб ви не чекали вашої оказії поставити запитання до Романа Світана. Нагадую, що ми з ним говоримо в прямому етері, і у вас є можливість в нашій YouTube-трансляції поставити йому запитання в чаті. Робіть це принагідно, ставте вподобайки до цього відео. Я закликаю вас до нашої такої спільної бесіди, дискусії, можна так сказати. Пане Романе, є таке дуже цікаве, до речі, запитання із чату від користувача з ніком Тебіс. Він згадує останню ракетну атаку, яка відбулася на нашу територію буквально вчора. Так, в зведенні командування повітряних сил йдеться про те, що певні крилаті ракети приземлили РЕБом. Я тут поправлю, не крилаті, йшлося про балістичні, що вони буцімто не досягли своєї мети. Про крилаті йшлося в попередньому звіті від повітряних сил, коли, пригадуєте, говорилося, що близько 20 російських ракет були пригашені українською системою РЕБ. Отже, не зрозуміло, чесно кажучи, не зрозуміло, як працює ця система, що варто про це сказати, чи можна впливати РЕБом на балістичні ракети, чи це просто свідчення їхньої якості. Отут би трішечки пояснень для нашого населення, для нашої аудиторії, та й загалом, що означає робота РЕБу? Чи це означає, що будуть відводитися від воєнних важливих об'єктів і ризикують при цьому якісь прилеглі території, як то будинки або цивільна інфраструктура? Чи ця система розробляється таким чином, щоб всі ці російські ракети падали де-інде в поле, скажімо так? Ну, чи вже як вийде? Варианта два использования, но их много, конечно, вот таких основных два использования радиоэлектронной борьбы. То есть первое – это режим глушилки, когда глушатся все радиосигналы в определенном радиусе. Чем мощнее система, создающая белый шум, так называемый, тем дальше пресекается связь ракеты со спутниками, которые выводят ее на цель. Она идет по инерциальной системе, которая ну, уже не точная точно. КВО, допустим, круговое вероятное отклонение по инерциальной системе сотни метров, а, допустим, с уточнением по спутникам иногда метры, там, десятки метров. Потому если есть такая возможность прикрыть систему такой глушилкой, прикрыть объект, который стоит вдалеке от мест компактного проживания украинцев, это могут быть аэродромы, это могут быть склады, командные пункты, расположение воинских частей, то это делается. То есть понимаешь, что ракета, баллистическая в основном ракета, она при заходе на цель теряет связь со спутниками и дальше летит чисто по инерции или там согласно определенной инерциальной программе. А это значит за сотни метров от объекта падает в поле. Это тоже уничтожение. Я вот не пойму, почему наш Генштаб не показывает, как уничтожение ракеты именно вот такое действие. То есть показывают только сбитые ракеты в воздухе, сбитые ракетами.
А вот такое уничтожение не показывают. Это такое же самое уничтожение ракеты и это воздействие на ракету. То есть она не выполняет свою боевую задачу, ее опускают грубо в поле. Она уничтожается, когда бьется об планету. И дальше надо подавать ее как уничтоженную. То есть немножко здесь есть этот момент. Крылатые ракеты, они по-разному, на них по-разному действуют такие глушилки, так называемые. Опять же, смотря куда эта крылатая ракета идет. Оптимальный вариант крылатую ракету при подходе к городу сбивать до того, как она выйдет на город, и не, допустим, глушилкой или какой-то другой системой РЭП. Лучше сбить зенитно-ракетным комплексом противоракетой, чтобы на 100% ее уничтожить. Почему вот в последней атаке 15 крылатых ракет, все 15 были уничтожены зенитно-ракетным комплексом, а одна вообще пулеметом? Как минимум докладывал генерал Наев. Кажется, вся вот история с кулеметом, взагалі вона якась з області фантастичної виглядає. Нет, почему? Почему? Дело в том, что сколько она идет? У нее скорость 850 км в час. Четкое понимание трассы полета. То есть, если она в радиусе 2 км от пулеметчика, хороший пулеметчик снесет ракету, особенно если она идет на него. Есть такое понятие заградительно-сопроводительная стрельба. Вот даже просто заградительной стрельбой она просто попадает, сама ракета влетает в очередь от пулемета. Здесь... Я просто веду, пане Романе, найбільше до того, що, знаєте, я вірю це, я знаю особисто там бійців мобільних вогневих груп, які якраз кулеметами працюють, що можна збити, і шахет збивають, і вочевидь, і крилату ракету можна збити, і гепарди збивають крилаті ракети, причому дуже успішно. Просто я веду до того, що, знаєте, скільки... М'яко кажучи, дивовижних новинок з'явилося в ході цієї війни, коли, пам'ятаєте, на початку війни російські літаки збивалися просто іглою старої радянської ПЗРК, що, ну, в принципі, вже теж вважалося доволі таки фантастично, адже там рівень відмови ігли доволі таки високий, щоб не те, щоб просто збити будь-яку ціль, а збити цілий літак. Тут кулеметами Браунінг збивають крилаті ракети, тобто, ну, тобто це так... Это просто цікаві штрихи цієї війни. Да, но это надо это воспринимать. Понятно, что из 1000 очередей одна попала в ракету, за 999 очередей, же промахнувшихся, никто говорить не будет. А одна попавшая, сбившаяся ракета, конечно, будет подаваться в информационное пространство. Это очень правильно и грамотно. То есть это можно делать, и это делается. Но это не основное, конечно. Это как штрих, вы правильно говорите. Вот как штрих это можно подавать. А реальные вещи, конечно, выполняются зенитно-ракетными комплексами. И здесь РЭП, ну, его нет смысла им работать, потому что глушилка действительно прикроет одно здание и отведет ракету на другое. Поэтому здесь нужно уничтожать. И вот там, где ставят системе радиоэлектронной борьбы РЭБа, как раз именно это и принимают во внимание. Аэродромы, а это уже аэродром сам по себе, прикрываются глушилками, допустим, определенные даже участки на аэродроме, там аэродромно-технические комплексы или аэродромно-техническое оборудование, сами самолеты, понимая, что ракета не попадет, ну, практически нет вероятности того, что она попадет в объект, значит, она просто ляжет рядом в поле. Аэродромное поле, оно большое. Они, кстати, россияне как раз подают, что ракета выполнила свою задачу, попала в аэродром, только не вывела ничего из строя. Это примерно как северокорейские ракеты выполняют свою задачу, попадая в Японское море. То есть они вот баллистические ракеты всегда отправляют в Японское море со 100% гарантией, что она попадет в цель. То есть в Японское море попадает. То же самое картина и здесь. Второй механизм использования РЭП – это уже серьезные системы, которые могут участвовать в формировании сигнала для ракеты со стороны спутника. То есть не только отрезают, допустим, поток информации от спутника, а еще и перенаправляют ракету. Ну, по крайней мере, уводя ее с определенного направления, то есть уводя ее от цели. Это тоже, но это серьезные системы, дорогие, довольно-таки сложные. Но они, тем не менее, применяются. И вот так тоже ракеты отводятся, по крайней мере, от курса, сбиваются с курса полета. То есть вот эти два основных механизма участия РЭП. Опять же, все при установке РЭП именно такие вещи
куда может уйти ракета, чтобы она, не дай бог, не была перенаправлена на места компактного нахождения в гражданских лиц. Это тоже все учитывается, и потому там, где этого невозможно использовать РЭП, используют просто систему ЗРК, зенитно-ракетный комплекс. Що, друзі, маємо ще трішки часу, щоб поспілкуватися. Нагадую, що ми в ефірі з Романом Світаном говоримо, зокрема, багато обговорювали питання падіння російського літака Іл-76 у Білгородській області. І ви знаєте, пане Романе, мені от згадалося, я вже сьогодні так в ході ефіру нашого говорив про MH17, що тоді росіяни, звісно, штерз заперечували свою причетність до цього збиття, хоча вже весь світ знає, що це... Чий це слід і чий це рук робота? І от ви говорили про аргумент того, що тіла, якби справді там було багато людей, то останки тіл на цих перших фото, які ми бачимо, вже зараз їх би було виявлено, їх би було проявлено, показано. І от мені згадалися перші фото MH17. Там були тіла, там були елементи тіл, як би це там цинічно, брутально зараз не звучало. І тоді теж це неможливо було втаїти. При тому, що MH17 малайзійських авіаліній, він летів на значно більшій висоті, ніж цей Іл-76. Я веду до того, що ну, у нього там була, скажімо так, більш руйнівна сила, поки він летів до землі, щоб розбитися. І то там були останки тіл, тут ми цих тіл не бачимо. Так и есть, я же об этом и говорю. Сам был военным дознавателем, еще раз повторюсь, и участвовал в расследовании катастрофы и аварии, потому знаю именно такие вещи, потому здесь точно, если бы были там десятки человек, то если бы был десант в Ил-76, поверьте, это бы было видно сразу на фотографиях. А если это не видно, значит вопрос в каком виде или там, допустим, что там было на самом деле. Но это, еще раз повторюсь, вот оптимально это дождаться все-таки заявления ГУР. В этом смысле как раз военная разведка, она точно, проанализировав всю информацию, собранную от противника, она выдаст свой вердикт, и он будет такой ближе всех к истине. Отже, на сам кінець маю ще запитання від нашого глядача Андрія. Він пише: пане Романе, вчора на Рамштайні, за підсумками Рамштайну, речник нашої Міноборони Іларіон Павлюк заявив, що ми отримаємо зброю, якої ще немає. З одного боку, це дуже таке розмите формулювання, дуже неконкретне і неточне. І я навіть більше скажу, навіть попри те, що я журналіст, але мені подобається ось таке от висвітлення питання, коли вже не озвучується конкретно, які в яких кількостях озброєння буде надаватися Україні. А з іншого боку, тут якби розмитість може свідчити про те, що ну ми якби по факту нічого й не отримаємо. Але якщо пофантазувати. Зброя, якої ще немає. Про що йдеться, як ви думаєте, запитує Андрій? Ну, починаючи від Тауруса, от у нас їх ще нет. Дальність та 500, це не то, що 250 у Стормшеду і Скалпу, які нам передають. Це вже за 500. Тобто це гарантоване уничтожение керченських судостроїтельних верфій і ремонтних, ну, звісно, Керченського моста. И заканчивая теми же атакамсами, только 300-километровыми. Да, 100-мильные у нас были М-39, а М-39А1 – это 300 километров в достаточном количестве. То есть это первое, что вот после прохождения такой размытой, как вы говорите, информации, первое, что приходит на ум, это как раз вот эти две позиции, причем они идут всегда в паре почему-то. То есть, ну, не почему-то, понятно, так же, как Абрамсы вместе с Леопардами шли в паре, то есть принятие решения, потому Таурусы именно с 300-километровыми атакамсами. Плюс, может быть, имеется в виду достаточное количество беспилотников. Есть дальние беспилотники, которые могут нам передать наши партнеры с дальностями, ну, чуть ли не до 1000 километров. Причем уровня ну, намного покруче, чем шахеды. То есть есть этот целый спектр этих беспилотников. И если будет принято решение к передаче, то по большому счету у нас, можно сказать, Крым будет освобожден ну, за несколько месяцев. Опять же, количество. Все дело не в одной, вернее, не на номенклатуре, а дело в количестве. Но вот нам передали атакамсы 100-мильные М-39. Ну, два десятка. Мы их использовали и все. То есть для того, чтобы решить вопрос, реально решить вопрос, надо сотни такого рода ракет или дальних средств поражения. Сотни. Когда они будут исчисляться десятками, это практически ничего. Это называется галочку подставить,
то можно было в информационном потоке получить какие-то политические дивиденды и больше ничего. А вот в сотнях, вот тогда это создаст определенный эффект, иногда синергетический, когда накапливаемый, который даст возможность уже нашим войскам наземным для проведения наземных операций. Друзі, нагадую, що маємо ще кілька хвилинок до того, аби проговорити, власне, з паном Романом те, про що ми говоримо. Звісно, багато сьогодні говорили про Іл-76 і його падіння на території Білгородської області. Ну і фіналити, я тоді зафіналю своїм запитанням. Ви кажете, що варто, напевно, що найближчим часом очікувати великого вкиду пропагандистського з боку Росії. І плюс, тому що ну, якби вони не досягають якоїсь своєї об'єктивної мети спросувань на полі бою. Хоча ніхто не виключає, що якісь певні тактичні успіхи, просування на кілька кілометрів навіть, ну, вони не є такими, що не під силу російській армії в ході цих постійних валів піхотних штурмів. Пане Романе, ви сказали, що це може тривати ще недовго. Маєте на увазі ось така хвиля атак Російської Федерації. А ще недовго це от приблизно скільки, щоб ми розуміти, навіть себе ментально готувати до цих атак російської інформаційної машини? Им надо перекрыть, им надо перекрыть положительный момент от принятия решений финансирования Белым домом, ну, Конгрессом, Белым домом, финансирования в этом году нашей операции, нашей войны с Россией. То есть вот это больше 60 миллиардов, плюс вопрос по 300 миллиардам российским. Он уже есть механизм, его нашли, у меня просто есть кое-какие связи с юристами, уже нашли этот механизм, как нам передать и этот пакет, по крайней мере, там часть этого пакета в 300 миллиардов. То есть вот этот положительный момент им надо сбить, потому в течение 2 недель информационный поток будет такой серьезный, как раз вот до того, как появится эта информация, потом, может, еще неделю он поболтается, они его спустят на тормозах, то есть уже будет подъем какой-то. Перенацеливание информации или, по крайней мере, попытка ее перенацелить. Причем задача стоит у россиян и воздействовать на украинское общество, естественно, негативом, особенно в режиме «все пропало», и поддержать российское общество, потому что для них информация о том, что нам передают десятки миллиардов долларов для войны с россиянами, она тоже такая, как холодный душ. Это ж те рекруты, которые будут стоять в очереди или которые сейчас стоят в очередях в российские военкоматы, примерно представят, что такое 60 миллиардов им на голову полетит с воздуха. То есть там поток упадет. Потому для россиян тоже это будет своеобразная, так сказать, информационная атака, чтобы сбить вот этот положительный для нас момент по передаче финансирования. Вот это 2 недели где-то это будет длиться, а дальше останется еще где-то месяца полтора, может быть, 2. Пока не пойдет зеленка, они будут пытаться использовать свой наступательный потенциал, который у них еще есть. Есть реальный, они ждут просто морозов, будут еще где-то, ну, до марта, до апреля они будут пытаться двигаться только по Восточному фронту, выполняя ту задачу, которая у них прописана в российской уже конституции, в правовом поле российской конституции, выйти на административные границы Луганской, Донецкой областей. Вот это вот несколько месяцев они будут топтаться над выполнением этой задачи. Ну, тому ми і поставимо крапку. Я вам дякую, що сьогодні, як завжди, в середу долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був Роман Світан в ефірі Радіо НВ. Спасибі вам, пане Романе, і спасибі всім, хто долучився до цього ефіру. Я сподіваюся, що принаймні до отримання публічної, офіційної версії від наших посадових осіб, як пан Роман каже, від ГУРУ, ми для себе заспокоїли дещо ось це наше сприйняття щодо тієї авіатрощі, яка сталася у Білгороді, і щодо того, як сову на глобус дурити хочуть натягнути росіяни у цьому питанні. Тож чекаємо на офіційну інформацію, пам'ятаємо, що нині 700-й день війни, і нам потрібно, ну, згадувати ось ці правила інформаційної гігієни. Я дякую, що в межах збереження інформаційної гігієни ви перебуваєте із Радіо НВ. Залишайтеся з нами надалі. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.